Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала, а также парфманьяки и любители парфюмерии. Вы на канале Fragrance Mania. Для тех, кто со мной еще не знаком, меня зовут Рам. Этот канал, который посвящен парфюмерии, на нем есть обзоры и распаковки мужской парфюмерии, иногда бывает женской парфюмерии и парфюмерии юнисекс. Сейчас я хочу сделать распаковку аромата, который родом из Арабских Эмиратов. Это фирма Latafa, аромат, который называется Эхтиари. Сейчас я его раскрою, покажу вам, как выглядит упаковка, как выглядит сам флакон, нанесу его на кожу и расскажу вам о первых впечатлениях. Готовы к распаковке? Я тоже. Тогда давайте начнем. Вот так вот выглядит закрытая упаковка этого аромата. Сейчас я его открою и посмотрим, что нас ждет внутри. Слюда поддалась. Сейчас можно ее полностью снять. Вот так вот выглядит упаковка. Вот здесь мы видим надпись на арабском языке. Здесь написано Эхтиари. Здесь мы видим 3D-голограмму, которая говорит о том, что парфюмерия настоящая. Написано Eau de Parfum 100 мл. Сверху мы видим значок Latafa. Сзади мы видим ингредиенты, и снизу мы видим бэч-код, и также написано, что изготовлен парфюм 9-2020 и годен до 9-2025 года. Теперь я вам покажу сам флакон. Вот так вот выглядит флакон. Я смотрю, тут на дне что-то вот такое вот, какие-то как черные камушки. Я даже не знаю, что это такое. Выглядит флакон очень презентабельно, очень дорого. Снизу написано, что сделано в Арабских Эмиратах. Крышка вроде как сделана как под стекло, но на самом деле она пластиковая. Крышка очень легкая. На пульверизаторе нету никаких опознавательных знаков, что это Latafa. Но давайте я сейчас нанесу аромат на кожу и расскажу вам о первых впечатлениях. Первый холостой, второй пошел. Итак, старт у аромата очень необычный. Я даже с самого начала не могу сказать, какие ноты я чувствую. Могу только сказать, что я чувствую какой-то сладкий запах, но он не приторный. Присутствует небольшая горечь цитрусов, типа как, знаете, либо цедра, либо шкура. Вот такой вот. И присутствует какой-то, знаете, такой зеленый древесный еще запах. И вот я не могу разделить его на какие-то компоненты, сказать, что я отчетливо слышу. Он звучит очень как-то комплексно, очень богато, и мне это нравится. И, как всегда, я должен разносить этот аромат и сделаю полный обзор на него, так как я его чувствую. И, как всегда, если вам понравилось, то можете оставить свои комментарии под видео, поставить лайк. А я прощаюсь с вами, будьте здоровы и до новых встреч. Пока!